Всем привет! Вы на канале Каменщик 161. Итак, закончил я очередной мангальный комплекс небольшой. Пойдемте покажу, что получилось, как получилось, что вышло. Итак, вот он наш мангальный комплекс, такой небольшой. Вот такой вот вид у него. Так, начиная с самого начала, то есть плита. Это не мое детище, не моя работа. То есть была поставлена задача поднять. Вот я поднял. Ну, то есть была точка. Вон точка вот по тому бордюру. Мне показали сделать уровень. То есть я, соответственно, отстрелял. Поднял три ряда. То есть основание. Все в кирпич, все мощно. Столешница. Вот такая вот арочка двойная. Вот такие, как их называют, драконий клык, что ли. Ну, карнизик, иными словами. То есть труба пока накрыта, как обычно, что нашел. То есть, вот так вот сбоку. Такой рисунок, он спонтанный получился. Не был предупрежден, сколько кирпича. То есть кирпич был в наличии и тот, но нижний закончился, и купить, как мне объяснили, такой больше нельзя. То есть поэтому вот так вот немножко потом перешли на другой кирпич. Вот так вот сделана столешница. Сейчас чуть-чуть уберу. Сейчас пленкой накрыл. То есть заказчик попросил. То есть не хочет он, чтобы сверху была никакая плитка, ничего. То есть вот так вот это все выглядит. Черновые кирпичи наверху — это для накрывания, то есть никакую функцию они не несут. То есть вот такой вот очередной комплекс небольшой. Планировалось 2 недели. Ну, как всегда немножко не получилось. Ну, в этот раз, возможно, то из-за дождя, в этот раз из-за травмы руки, то есть немножко повредил, то есть пришлось как бы работать немножко помедленнее, так сказать. Поэтому, ну, все равно 2 недели с хвостиком, то есть плюс-минус. То есть по кирпичу, по всему этому, все это уже стандарт. То есть 1000 раз рассказывал. Уже 1000 раз рассказывал, все это есть. В общем, все этапы видео, опять, практически все этапы видео есть на канале. Ну, в основном в виде шортс, маленьких таких видосиках. Поэтому кому интересно, заходим, смотрим, наблюдаем, задаем вопросы, подписываемся на канал, ставим лайки. Всем удачи, пока-пока.